сегодня мы собрали вот такую детскую рацию игрушечную. Вот. Нужно два конструктора, чтобы можно было между собой детям переговариваться. Так. Но расстояние, конечно, которое он работает, вот если посмотреть на схему, то мы видим, что рация маломощная и на двух транзисторах собрана. Расстояние буквально нескольких метров, наверное. Вот. Тут одна микросхема на весь приемник. И есть микросхема для усилителя низкой частоты. Вот и вся наша схема. Она собирается вот в таком корпусе. Вот мы ее собрали. Что можно сказать? Что требует она, в принципе, не трудно собрать, но требует немножко внимательности, потому что сделано это так, что нужно смотреть и монтажную схему, и схему, где какой номинал, потому что в спецификации вообще не указано, какие резисторы, какого номинала. Поэтому приходится вот каждый резистор, вот так, конденсатор, искать их номиналы, и тем потом мы это все на место оставляем. Так, настройка. Настройка сложнее, чем сборка. Действительно, тут дело в том, что переменные конденсаторы. Вот, и настроить гетеродин. Вот здесь подстроить его. И нужно использовать подстрочечные резисторы, конденсаторы. То есть, довольно-таки утомительный процесс. Ну, более-менее что-то получилось у меня. Вот, не могу много времени тратить на настройку, и инструментов таких нету. Вот. Суть его заключается, в этой кнопке мы переходим в режим передачи или приема. Нажимаем и, соответственно, отжимаем обратно. Немножко кнопка заедает. Вот это у нас настройка частоты, и это включатель с громкостью. Вот. Давайте просто как он может использовать как радиоприемник и как рация, если есть второй такой комплект. Частота работы передачи и приема 80 МГц. Вот. Давайте включим. Я специально качество ухудшил для того, чтобы YouTube не забанил. А так, когда он шумит сильно, в программе и на YouTube трудно определить, что за музыка. И, соответственно, он меня пропускает. Вот. А иначе несколько раз так снимал и YouTube не пропускал. Вот. Качество чуть-чуть лучше, чем то, что звучало. Вот. Теперь давайте на передачу. То есть отойду я по расстоянию, использую другой радиоприемник, который мы собирали раньше. Вот он. Такой радиоприемчик. И посмотрим по звучанию. Я отойду, и вы послушаете, да? Я настрою частоту 80 МГц и попробуем поработать на нем. Сначала надо наш радиоприемник и рацию настроить на одну частоту. Это делается очень просто. Включаем рацию. Так, я включаю ее. Тут, в принципе, она уже включена, только непонятно. Вот сюда надо бы светодиод добавить. Вот, теперь я включаю приемник. Теперь настраиваю приемник, частоту. Таким образом, вот, нужен микрофон, динамику. Тогда само возбуждение характерное появится. Вот я сразу настроил. Вот звук. Это значит, частота совпала. Можно точнее настроить тут. Теперь я отойду и по рации, скажем, метров на 10 отойду. Говорит человек с паяльником. Как слышно? Спасибо за внимание.